Она покачала головой. Я замолчал, стараясь скрыть слезы, перебирая под столом бахрому скатерти. «Иди спать», — со вздохом сказала мама. Я разделся и лег, уткнувшись головой в подушку. Мама вышла. Через приоткрытую дверь из ее комнаты проникала ко мне желтая полоска света. За окном было черно. Ветер качал деревья. Все самое страшное, тоскливое и пугающее собралось для меня за этим ночным окном. И в этой тьме сквозь шум ветра я различал голос Бума. Один раз, подбежав к моему окну, он отрывисто залаял. Я приподнялся на локти и слушал. Бум-бум, ведь он тоже папин. Вместе с ним мы в последний раз провожали папу на корабле. И когда папа уехал, Бум не хотел ничего есть, и мама со слезами уговаривала его. Она обещала ему, что папа вернется, но папа не вернулся. То ближе, то дальше слышался расстройство.